Друзья, Кук, Квинни Трактор, какой выбрать? Какие есть, собственно говоря, у нас в продаже, в наличии в магазине? Первое. Начнем с самых простых. Это вот 2 по 20. Это у нас Полтава. На два корпуса. Он вот таким колесом дополняется под трехточку. Я вам показываю сейчас близко толщину металла. Показываю вам близко, какое идет тут время. Данный клуб есть в наличии в нашем магазине. Если его нет на сайте, можно позвонить по номеру горячей линии и заказать. Также есть плуги китайского производства 3 по 20 и существует еще в природе 3 по 15. Он есть вот такого вида, трехкорпусный, под трехточку. По отзывам людей, нуждается в регулировке самих лемехов. Что-то, короче, надо чуть колхозить. Но цена идет на него недорогая. Металл идет адекватной толщины везде. Он идет уже трехкорпусный, и он дешевле, чем даже двухкорпусный бомб. Теперь по Польше. По Польше есть у нас тоже несколько разновидностей. В принципе, начиная 2 по 20, 2 по 25, есть 2 по 30 и 2 по 35. Это оригинальная Польша. Пусть кто-то там не шарит и пишет, что это все залипоны Украины, это неправда. То бишь, есть китайские плуги Агротех и прочее навесное. Оно делается как закос под Польшу, но это ни хрена не Польша, это вообще Китай, который клепает у нас. Он идет вдвое дешевле, продает его по цене Польши, чуть-чуть дешевле, чтобы привлечь клиентов, и оно, ну, оно говно. Это есть оригинальная Польша. Идет вот с таким большим опорным колесом, надежным, мощным. Идет со массой всяких регулировок. Вот он еще не досохнет, но вы можете посмотреть, какой тут идет металл, какое идет окрашивание. Вот, какой идет толщина металла. И сам номинальный вес этого плуга уже говорит на самом деле о многом, что это надежный, тяжелый, мощный плуг именно для мини-трактора. Это самое лучшее, что есть сейчас на сегодняшний день. Польша. Они начинаются от 8000 и до 15, там в зависимости, опять же, от размера, от габаритов. От 24 сил идет и до 40 сил на трактора идут данные плуги. Вот, с вами был мини-трактор.укр, магазин профессиональной сельхозтехники. Всем хорошего дня, до свидания.